Соня Малахова – самая юная участница первенства города по плаванию. Девочке еще нет и 6 лет, эти соревнования у нее первые. Тягаться с более старшими ребятами ей пока тяжело, поэтому Соня просто набирается опыта и получает удовольствие от плавания. Я хорошо плыла, ну, доплыла до конца. Еще будешь в соревнованиях участвовать? Да, буду. Соревнования по плаванию в преддверии Нового года традиционные. В них участвуют и опытные пловцы, и те, кто только недавно пришел заниматься. Как и для Сони, для многих ребят эти соревнования первые. И награды, которые они получили за свои дистанции, тоже первые. Я буду заниматься больше своих лет, буду хорошо учиться и занимать вообще первое место. В первый день первенства на старт вышли спортсмены 2010-2015 годов рождения. Каждому участнику предстояло проплыть 2 дистанции на выбор. Самыми популярными традиционно стали 50 метров кролем на груди и 50 кролем на спине. Брас и баттерфляй выбрали более опытные спортсмены. Сегодня я плыву 50 метров брас и 50 метров баттерфляй. А почему такие дистанции? Ну, просто, во-первых, это мои самые любимые дистанции, во-вторых, я хочу улучшить по ним результаты. Эти соревнования проводятся для того, чтобы люди улучшали свои результаты и дорабатывали ошибки. В конце каждой дистанции проходило награждение победителей и призеров. Во второй день первенства на старт вышли воспитанники спортивной школы ИКАР в возрасте от 13 лет и старше. Екатерина Опенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.